Дорогая душа, неужели ты не придешь? Неужели ты не слышишь этот стук? Благословит Господь твое верное сердце. Может быть, кто-то еще желает выйти сюда и принять Христа в свое сердце. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. Господи Иисус, я веряюсь Тебе. Ты вместо меня умирал на кресте. Прости меня, Боже, очисти меня. И в сердце мое пусть войдет жизнь Твоя. Хочу я идти за Тобой. Чудный спас.